honesty. Love me or leave me now. Leave me, leave me now. Build me up to break me down. Should've known, now I can't breathe. Had me wrapped around your finger. Do you even know what you did to me? What if we started over? Say we're young, like we don't know what love is. And what if it only gets colder? Would you wrap me up and hold me closer? Had me wrapped around your finger. I should've known. Now I can't breathe. Had me wrapped around your finger. Do you even know what you did to me? 'Cause I need you to tell me no, 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 no. Now it's time when I'm running down, 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 down. Так, омлетик готов. Кабачковый. Где ложка? Нету ложки? Сейчас. Сейчас, подожди. Сюда поставлю. Сюда поставлю. Подвинь немножко салат, Тёма, в сторону. Вот. Подержи. Вкусняшка. И желтый такой, яйца домашние. Он такой желтенький-желтенький. Разделила такая, как тортик. Хотела сделать попытку положить его. Угу. Прям. Так. Многовато ли? Это Тёме. Кстати, вчера что-то у меня соленоватый получился. Ну, я вчера немножко солью, да, переборщила. Да я вчера о чем-то рассказывала Артему. И вместо того, чтобы ложечкой посолить, я начала сыпать из банки прямо. И, короче, много соли туда бухнула. Вот. Лишнюю, конечно, убрала, но все равно не убралось. Ну что, вкусненько? Ой, он такой, он прям такой мягонький, такой пышненький. Ну-ка. Вкусненький. Вот мы любим такой омлетик. Тём, я тебе еще доложу, если что. Угу. Так. Хлебушек с сыром. Вкусненький. Горячо? Вкусно пахнет. И салатик на завтрак у нас сегодня. Приятного аппетита. Спасибо. Вот так вот. Идем и беседуем с ним. Почему не надо? Мама не будет снимать. Ты же сам сказал, как это так? Снимай, сказал. Вот я тебя и снимаю. Короче, тайное становится явным. Он все время прячется и скрывается, но при этом ему нравится сниматься.
В общем, время только 11:30, мы переделали уже кучу дел. Перестирали, ну как перестирали, мы машинка стиральна постирала, да, трижды. Вот, покушать приготовили, да, Тёма? Макарошки по-флотски сделали, салат с капустой. Альберту нравится салат с капустой, Артёму нравится такой витаминный салат. Вот, и начистили все для того, чтобы потом прийти сварить суп. Рыба, потому что замороженная. Сейчас идем к деду Вите. Сейчас. У Артема вон целый мешок отходов, с которым он идет по городу. Да курочкам. Все как обычно, ничего не меняется. От арбуза огрызки, от шкурки, от всяких овощей, которые сегодня чистили. Вот, и несем им кусочек торта. Вчера чай пили с тортом. Артема поздравляли с поступлением. Ура, ура. Решили сегодня унести деду Вите. Он у нас тоже сладкоежка, любит сладкое. Вот, тортик унести решили. Пусть полакомится. Несмотря на то, что мама себя, конечно, баба Оля повела вчера некрасиво. Я считаю, что это очень некрасиво так себя повести. Внуков у нее не пятеро, не семеро по лавкам, как говорят, а всего лишь двое, всего лишь два внука, два моих сына. Все, я единственная у нее дочь. И вот так вот себя, как она повела вчера, было очень неприятно, обидно. И, как всегда, я говорю, обидно, досадно, ну ладно. Мы не обижаемся, да, такой уж человек, такой характер, да, Тёма? Горбатого могилы исправят, говорят. Ну, конечно, переплюнуть 100 раз. Но я про себя, как правило, когда я косячу, да, когда я не могу исправить какие-то свои ошибки, и на этих же ошибках опять, на эти же ошибки, на эти же грабли наступаю, я каждый раз говорю про себя. Горбатого могилы исправят. Вообще, я не хотела сегодня никуда идти. Вообще не хотела. Думала, сделаю дела домашние, кушать приготовлю. И буду заниматься работой своей тренировочной. Надо повторить разминки, связки, все надо повторить. А потом думаю, встали-то рано, время всего лишь 11 часов. И просидеть просто тупо целый день дома я не могу. Мне нужен воздух, мне нужен кислород. Хотела ехать на велосипеде. Тёма не захотел. Говорит, что-то я вчера вроде уже ездил. Ну, я ему говорю, пошли пешком. Вот, пошел. Сейчас мы унесем курочкам еду. Передавите тортик унесем. И пойдем в торговый центр, кислородный коктейль попьем. Альберт что-то как-то, видимо, насытился уже этим кислородным коктейлем. Я ему купила абонемент. Вот, и он не хочет. Один раз попил, сказал, больше не хочу. Поэтому Артему отдал свой абонемент, и все. Так что по его абонементу Артем допьет. Тёма меня сейчас спрашивает. Ты, говорит, уверена в том, что в Башкирии будет хорошая погода? Те дни, когда вы туда поедете. А я говорю, мне погода, как бы, она погоды не делает. У меня вообще немного другое понимание поездок, путешествий, приключений. Я еду не за погодой, я гонюсь не за погодой. Да, как бы на юга мы едем ради того, чтобы побыть в тепле, позагорать, искупаться в теплом море. Но если это касается каких-то других городов, я еду даже чисто ради того, чтобы сменить обстановку. Вот. Выехать из этого города, в котором мы живем и находимся круглосуточно, круглогодично, а? Круглогодично, да. Тёма мне вот, одновременно мы с ним. Вот. Выехать из этого маленького города, в котором, в принципе, сходить-то и некуда. Все, что здесь есть, все достопримечательности, какие-то места хорошие, куда можно съездить, дойти, доехать, добежать, доползти. Это все уже нами исхожено, исползано, изъезжено вдоль и поперек, наискосок, вверх и вниз, да, Тёма? Вот, поэтому...
Поэтому для того, чтобы сменить обстановку, едешь в другой город. А погода? Погода, она ведь как настроение. Какое, с каким настроением ты встала с утра, такая и погода у тебя будет. Что на душе, что снаружи, что внутри. Да? Вот, смена обстановки – это раз. Дальше, какое-то другое общение. Общение с людьми совершенно из другого города. Из других городов даже. Потому что, насколько я знаю, даже в Башкирию, даже в этот санаторий, люди едут из многих городов России, не только с Урала, не только вблизи, кто живет вблизи, да, Башкирии. Вот. Далее. Места. Новые места, новые достопримечательности. Там, где я не была, там, чего я не видела. Просто посмотреть, полюбоваться, сфотографироваться, заснять видео и оставить это в памяти. На памяти, в памяти. Ну и что еще? Здоровье. Там ведь горы, там водоем, там озеро Банное, чистейшее озеро. Вот, поэтому для меня пусть будет хоть какая погода. Я уже посмотрела погоду в Башкирии на месяц. Там обещают на ту неделю, когда мы там будем с Альбертом, 18-20 градусов. Ну, возьмем курточки с собой, ничего страшного. Возьмем потеплее одежду, кофту. Ну, 20 градусов – это нормально, это тепло, да? Даже ветровка, даже кофта. Да, Тима? Нормально ведь 20? 18-20 у нас уже тепло, мы уже ходим раздетые на Урале. Вот поэтому погода, в принципе, будет хорошая. Купание и рыбалка запрещены. Попробуй покупаться в таком сливе воды. Уплывешь сразу далеко и надолго, да? Вот внутри они вообще воду как спустили. Да, очень сильно спускают воду. Хотя вроде бы вторая закрыта, да? Все лето работали, не все лето. Лето еще не закончилось, по сути. По сути, еще целых полмесяца лета. Ну, у нас уже это осень. Все лето, можно сказать, работали оба слива. Один закрыли, и все равно много спускают.
Дорога такая классная, да? Ровненько, гладенько. Одно удовольствие. И ходить, и ездить по такой дороге. Жаль, что она быстро заканчивается. Вот, мы идем уже по другому берегу. Так интересно, вот с одной стороны город, пруда, с другой стороны деревня. И обойти-то, в принципе, недолго, да, Тёма? Раз такой обошел вокруг, и все, ты уже в деревне. Погода, конечно. Так интересно, смотри, на той стороне домик. А зачем у них дорога? Типа катер спускать, что ли? Лодку? А, лодки там. Ну, там лодки-то ведь без колес. Ну, интересно так делают. Прямо с подходом к воде. Тротуарчики какие-то, я не знаю, дорожки, спуски. Нет, вот она нас обгавкала, и она бежит же за нами следом. Ну, и зачем ты нас обгавкала? Ну, иди сюда, я тебя поглажу. Иди, иди. Да не бойся, я тебя не буду обижать. Не буду. Ты на меня не гавкай, я тебя обижать не буду. Иди сюда. Да ладно. Ты он или ты она? Ты кто? С ошейником. А вот угадайте, да, кто я? Он или она? Все, нельзя. Нельзя. Хорошая, хорошая. Нельзя. Мы идем своей дорогой, ты иди своей. Вот это... Сопровождение горит. Угу. Охрана, да? Ага. Вот этот домик строится все лето. Огроменный домино, конечно, вообще огроменный. Я... Вот такие домики есть старенькие. Но они из плит или из шлакоблоков, я не знаю, я не специалист. Мне нравятся маленькие домики, не такие хоромы, двух-трехэтажные. Вот, я как-то говорила о том, что я бы не хотела жить в таком домине, потому что я как представлю себе, сколько в нем уборки, елки-палки. Мне квартиры-то хватает прибираться. Ух ты, кто там плавает, уточка или чайки? Утки, утки, да? Угу. Вот, если бы я хотела бы такой домик, то максимум двухэтажный. Был зал, была кухня, да, и наверху на стол. Но не более, потому что это постоянно находиться на работе, да, вечером приезжать, а выходные тратить на то, чтобы прибрать такой дом. О-о-о, нет, это не для меня точно. Красота, тишина, такое впечатление, как будто все вымерли. Да? Мы такие одни идем по городу. Я иду по городу иду. Вот интересно, кто у них прибирается, порядок наводит. Нет, это, конечно, если сидеть дома, не работать. Ну, блин, каждый день одно и то же. Уборка, приборка, наведение порядка. На территории. Мне бы не хотелось так жить. О, вот у них там порядочек, прям видно. Прям видно, что с любовью все сделано, все ухожено. А здесь вот, наверное, дом стоял когда-то и снесли его. Да, продается эта территория. Ну вот, видимо, дом снесли, а территорию не продали. Потому что даже удивительно, что вот кусочек территории вообще свободен. И нет. Вот этот домик мне нравится, но он мне нравится не своим, не площадью, да, там то, что он большой, небольшой. Мне он нравится внешним видом. Он похож на что-то такое из времен, наверное, 1900-х годов. Вообще такой прямо старинный, под старину все. И аккуратненький он. Видно, что он стоял долгое время без ремонта, а потом его просто до ума довели. И он чем-то похож на музей. Да? Тём, так-то я с тобой общаюсь. Тём? Да, я сейчас. Никто не купается, потому что осень.
Красивый домик. И вот этот мне нравится. По территории, по площади. Видите, первый этаж и второй этаж мансарда. Вот в таком я бы жила бы домике. Такой бы дом я прибирала бы, наводила порядок. Красота. Эта моська нас уже встречает. Как вот она? Хочется ее назвать каким-то словом. Как Тёма говорит, сидеть высоко и лаять я тоже умею. Да хорош уже гавкать-то. Нас сегодня все собаки облаяли в этой деревне. Третий день колокольный звон. Слышите? Красиво как.